Банкомат второй школы. Цифровой. Современный. Я же говорю, к банкомату не хватает еще пива и девочек. Долго едет. Угу. Да, конечно. Вот видишь, Даня, скоро вот здесь откроется, в ближайшее время. В феврале точно нет, а вот в марте возможно. Давай скорее, пока машин нет. Киносеанс там раз. Зайди в космос, Фимус, и купи. Да пусть спит, не лезь. Нянь, две нараспашку, милости просим. К нашему шавашу. А, ну мама говорит. Ну. Ну, наверное, получила Яндекс. Ну. Это ну. Не включается. Говорит, перезагрузила. Перезагрузила? Ну, наверное, получила. Это очень не больно. Угу. Бывает. Здравствуйте, Николай Александрович. Это свои люди. Из начальника отдела культуры. Я помню. Видишь? Мероприятий нет, но все равно. Культура под контролем. Ага. У важных людей. Подходим. Юлии Бондары. Это варенье. Подожди, я первый. Давай. Давай. Режим фото переключи. Я бы так за руль такой бы сел. И покатался бы по городу. Я бы по правилам покатался бы, по правилам. На 50 км в час я бы поездил бы по городу, не спеша. Я бы на йогу сходил бы. И то это для девчат, наверное. Да, для женщин, девчат. Это там. А на эта машина, вот это отдел без тишиной. Не, это другая. Но все равно. Это один из них. Отдел без тишиной. Жена на последнем горе ездит. Угу. Да я и когда я ж. Когда мы тогда встречались, ну когда я начал, что уже снега нет, дорогу открыли, машины спускаются и поднимаются. А дети успели накататься. Блин, дай бог, чтобы не снесли видео за мьюзик. Не, ну все равно. Ну все равно. Кстати, прикинь. Общественное смысл против, что этого директора второй школы во взятнице обвиняют. Сегодня суд в 9.15 был. Читал, да. И общественность против. Это может и правда. Не все золото, что блестит. Let's go, let's go. Что так медленно? Ты же видишь, что водить маршрутки в нетерпение на газ давит. Идем возле банкомата никого, сейчас займем.
Не спеши, сейчас успеем.